Хей-йо! Здравствуйте, я Максим Мадзе, и это снова игрушка «Как достать соседа». Любой зритель моего канала может 31 декабря выиграть 500 рублей. В конце каждого видео, которое будет выпускаться до этой даты, вам будет задан всего один вопрос, ответ на который вы будете знать, если внимательно посмотрите данное видео. Ну а теперь мы продолжаем играть. Так, я вот все уровни, которые я прошел не на Perfect в прошлой серии, я перепрошел и прошел их на Perfect. В общем, на чем мы остановились? И когда я прошел их на Perfect, открылся еще один бонусный эпизод. В общем, начинаем. Следующий эпизод называется «Фитнес». Сосед решил, короче... Решил заняться йогой, спортом. И все такое. Чтоб подкачаться, прежде чем как Вуди наказать нашего. Короче говоря, открывается весь дом. Третий этаж у нас открылся. Так, на кухне у нас собака. Шкаф опять разобранный. Так, у нас открывается подвал. Здесь у нас верстак. И 4 теперь у нас вот этих ячейки будет. 4. Ну, долго не пришлось искать. Короче, выходим из подвала и смотрим, что у нас там делает сосед. Он у нас йогой занимается. Я, кстати, радиус перенастроил у камеры, поэтому теперь будет и легче немного управлять. Опять появилось вот это вот окно с правой стороны. Непонятно каким образом. Я вообще никакого понятия не имею. В общем, это странно. Короче. Спрятаться можно вот здесь, но только с помощью мини-игры. Короче, давайте подождем, пока он уйдет. Так, это, у нас тут кабинет открылся. Кабинет с компьютером. Компьютер, правда, никак не будет воздействован в игре. Так, сосед у нас идет смотреть в окно. В отличие от оригинальной первой части на компьютере, здесь у нас сосед идет не кофе себе там варить или что-то там в миксере готовить, а смотреть в окно просто. Так, у нас тут комодик белого цвета, в ПК-версии коричневый был. Так, короче, давайте начнем пакостить сразу. Так, тут ничего нет? Нет, здесь ничего нет. Так, книгу для узлов сюда ставим, чтобы сосед неизвестно что сделал. Так, стероиды, усилители роста для рыб сюда подложим мы. Так, сюда пружинку подложим, чтобы он до самых небес прыгнул. Так. Повыкручиваем все гайки из вот этого велотренажера. Теперь мы возьмем отсюда что-то. Положим вот здесь на полу ролик. Будет офигенно. В первой части на компьютере он на скакалке еще прыгал, а здесь нет. Можешь потом... А чё, половина рыбки там, а в аквариуме не видно? Ну это, наверное, баг в эмуляторе какой-то. Так, с помощью мини-игры надо вставить вот эту непонятную резинку. В этот экспандер. Что это он сейчас только что сделал? Нуратрубан сралом. Так, все. Теперь чуть-чуть подпилим штангу.
Ну и все, вроде бы мы все сделали. Так, спрячемся под кровать, пока он идет обратно класть книгу свою. Жалко, что вот было бы прикольно, если бы можно было бы выйти и, короче, спрятаться там. Давай, прыгай, прыгай. Йоу! аж кирпичики попадали. Так, короче, он идет на велотренажер кататься. Вот какую он йогу сейчас делал, это вообще жесть была. Катался хорошо. Что вот это вот за... Только с ногой еще. Новый вид спорта. Так, короче, сейчас он улетит. Летел в окно, вроде. Туда, под крышу, и исчез каким-то образом. На кусок вот этой вот крыши. Исчез. Это странно как-то. Немного. А, зачем ты себя избиваешь, сосед? Так, он спрятал ролик в сумку обратно. Это что было? Это что было вообще такое? Давай, подними усовершенствованную штангу. Ты такой тяжелый, что штанга тебя не выдержала. Так, все. Прошли. За 6 минут всего. Уровень этот. Так, короче, не будем вот это слушать. Лаги эти все. Так, следующий эпизод. Мы пройдем бонусный эпизод сначала, прежде чем как бы найдем Ландри. Do it yourself. Сосед решил, короче, починить все в доме, что у него поломалось, а Вуди, короче, будет ему помогать сейчас. Помогает, наоборот, поломать еще больше. Мастер-ломастер, короче. Собака представляет. Длю. Так, куда он пойдет? А, кресло. Тут еще одно кресло. Сосед, ну, сосед тут массажное кресло делает. Для мамаши лесовой. Сосед кресло испытывает тут. Вот только она выходит из строя. Мамаша снова в гости к соседу. Твою ж налево, блин. Нет, 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 нет. Вот я думал, он шлифовальной машинкой сейчас будет работать. А он в подвал сразу пошел. ПК-версию он шлифовальную машинку использует. Так, у нас картинка с Вуди меняется на побитого Вуди.
Так, у соседа тут люстры нету. Поэтому в комнате темно так. Так, он там, короче, ремонтирует. Так, вот краны. Вот так вот действовать начинают. Так. Потеряли одну жизнь на гуд, значит, пройдем. Если я, конечно, не потеряю еще одну жизнь. Так, и снова пропало окно с правой стороны в гостиной, блин. Отнял жизнь, вот... Вот кто мог знать, блин, что... Сосед шлифовальной машинкой займется после этого уже. В первой части он сначала этой шлифовальной машинкой, потом уже кранами вот этими занимался и все такое. А здесь не так. Ну, блин, я же не помню это. Как, что он, когда, что делал. Так, мы из газонокосилки, которая у него в подвале находилась... Усилители. Быстрее, беги, блин. Усилители из газонокосилки в массажное кресло поставили. Теперь оно так сильно работать будет, что никому и не снилось. А сосед даже не видит, что там другие усилители стоят. Более мощный мотор там стоит. Что за шибенно было, да? Супер-пубер кресло было. Сейчас он засунет вот эти вещи в эту коробку с надписью Джо Вуд. Джо Вуд — это компания, которая как раз таки создала эту игру. Как достать соседа. Скорая едет на улице. Короче, сосед, давай краны там свои открывай, закрывай. Свистит-то как кран этот. Короче, сейчас мы спустимся в подвал и... Горячо. Да, тебя тряхануло током, сынок. Короче, теперь мы должны вот сюда наверх попасть.
во-первых, лестницу подкрутить чуть-чуть, открутить. Там веревки разрезать. Так, шлифовальную машинку разберем. Диск отсоединим. Водичкой в лицо. Блин, ну как он сейчас не заметил, что я в шкафу спрятался? Ладно, это же игра. Это ты так закрываешь краны? А, нет, он просто проверил их. Так, сосед вытаскивает пробку, чтобы электричество отключилось в той комнате. Так, а мы сейчас возобновим электричество, скрепку туда воткнем. Так, Вуди опять стоит на месте, не делает ничего, а мне вот приходится скрепку эту с помощью мини-игры заталкивать. Все, мы все сделали. Хотя в первой части мы просто из комода достали запасную кнопку. В тачку врезали. А, запульнули тебе обратно этот диск. В первой части не было такого, чтобы ее обратно запульнули. В первой части просто запасную пробку достали, ее вставили и все. Ну, шуруповерт там по башке потом, это больно, конечно. Он же тяжеленный. Сосед, это еще не самое страшное, что только что было. Сейчас еще одна ловушка будет для тебя. Аж свет в комнате моргает. О, дымок пошел с него аж. Вот это молодцы разработчики, что такой эффект сделали. Короче, на гуд никакой золотой звезды нету, потому что мы потеряли одну жизнь. Ладно. У нас, короче, еще один уровень остался из первой части. Называется он Ландри. Короче говоря, сосед снова готовится к круизу и решает постирать все свои вещи и собраться, все такое. На этот раз он собирается в Индию, а потом в Мексику. Собака представляет, мы соседи из зада и порка. Или что-то такое, как так, например. Так, за порошком он идет. Не очень удачно, что... Не очень прикольно, что собака стоит тут в коридоре прям. Так. Фух, господи, я забыл про цыпочки. Ладно.
Мы... Мамашу мы не потревожили, зато. Ой-ой-ой-ой. Так, пока он там... Надо быстрее спрятаться под кровать. Трофеи у соседа такие на стене. Башку попугая своего, блин, отрубил. Козла, оленя, волка, мыши и жопу зебры. Зебровая жопа. Так, сосед опять идет в подвал стирать вещи. А мы, короче, должны обыскать стол компьютерный. В прошлый раз не очень-то получилось. А вот в этот раз достаточно быстро. Блин, а вот я забыл совок тут взять. А, блин, он идет сюда. Так, земли. Блин, вот это долго будет. Так, берем вино. Сейчас опять обыскивать этот. Так, ну ладно. Так, ну... Так, опять током его. Что-то область, где лужи, квадратом, мне кажется, помечена стала. Кстати, бутылка вина красная была. Все стало красным. В первой части, ну, на ПК она зеленая была, а тут красная. Так, рассыпать надо. Дышь, все тебе обратно. Не буду ничего тебе сушить, да, забирай себе их обратно. В первой части на ПК она сразу даже не шумела, просто сразу все это дело выкидывала в соседа обратно. Так, вот эту непонятную хрень сюда запихиваем. Так, сосед сейчас пылесосить будет. И будыщ.
пылесос продырявленный, блин, был. Он там это делает, я утюг ему положу в другом положении немного. А чё-то он не посмотрел. В первой части он посмотрел сразу же, а здесь нет. Тут он, короче, не может покормить своих свиней. Ой, каких свиней? Рыб. Рыб покормиться их не может просто. А в первой части там, ну на ПК, там сосед, короче, покормил, и рыбка пузырь стал и улетела в окно туда. Здесь ничего не произошло. Так, ну иди, там птицы уже тебе все обосрали. Все, птицы обосрали, придется все стираться. А тут у тебя пожар уже, сосед. Все, трусы твои сгорели. Ладно, вот, собственно, на этом мы, пожалуй, закончим пока. Уровни из первой части в этой консольной версии игры закончились. У нас остались только еще несколько уровней из второй части. Пройдем мы их с вами в следующей серии. Лайфбот, и еще вот эти 6-7 эпизодов. Проходить мы начнем их со следующей серии. Ну а теперь мы перейдем к главному. Надеюсь, вы уже, наверное, ждетесь, не дождетесь, когда я же вам задам этот вопрос. А вопрос звучит так. В каком эпизоде сосед выпал из окна? Варианты ответа. Фитнес, ландри или do it yourself? Пишите правильный вариант ответа в комментариях. Ну и также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вступайте в сообщество ВКонтакте. Я не настаиваю, подписывайтесь на запасной канал Булмазы. Ну, всем пока, с вами был Максим Мазы.